6 зданий, принадлежащих Туркестанской области в Шымкенте, перешли в собственность мегаполиса, в том числе бывший областной акимат, библиотека, филармония, здание общественного согласия и школа-интернат с обучением детей на 3 языках. Эти объекты теперь будут продолжать работу по своему профильному направлению. Всего на сегодняшний день из Туркестанской области в собственность города переданы 99 имущественных комплексов и 8 административных зданий. Благодаря этому государственные учреждения, арендующие частные здания, получили собственные здания, и значительно снизилась нагрузка на бюджет по арендным финансам. Есть и другие объекты в сфере здравоохранения, спорта, образования, культуры, расположенные в городе Шымкент. В ближайшее время в коммунальную собственность города Шымкент будут приняты здания, поэтапно освободившиеся в связи с переходом созданных в Туркестанской области учреждений.